Приветствую видеозрителей нашего канала Яны Ростислав Людовик. Я, как и обычно, буду рассказывать о семейной гармонии, о создании гармоничной семьи. Как создать хорошую семью, чтобы быть в ней счастливым человеком? И чтобы сам был счастливым человеком, половинка была счастливым человеком. Возможно ли это? Вы вообще-то знаете такие семьи? Я знаю. И рекомендую вам тоже лично познакомиться с такими семьями. Что будет входить вот в градацию того, что они счастливы? Если вы возьмете семью, которая год назад сыграла свадьбу, это один вопрос, вот они так счастливы. А если вы возьмете семью, которая уже 10, 20 лет, 30 лет прожили вместе, и вы хорошенечко расспросили окружающих, знающих эту семью, как они жили, какие у них были сложности, как они их преодолевали, и если у вас все параметры, которые вы предполагаете, все сойдутся, то, что действительно вы хотели бы себе такое счастье, как в этой семье, то рекомендую вам получше познакомиться с такой семьей, подружиться с ней и по возможности проводить какие-то праздники с ними, там, поздравлять их, поддерживать, потому что вот такие семьи, они являются вот теми маяками, на которые мы равняемся, которые нам нужно изучать и как-то сопоставлять с самим собой. Но может быть так, что вы вроде бы видите, что там хорошо, но вы понимаете, что они совершенно другие люди, не такие, как вы сами. Или же вы можете обратить внимание на то, что к чему стремятся эти семьи или эта семья, к чему стремится и во что вкладывает она ресурсы свои, то вам это или неинтересно, или даже вы возражаете против такого направления в жизни, то в таком случае вам все-таки надо поискать какую-то другую семью для образца. Изучение. Я не могу сказать подражание, но хотя бы для изучения. Есть определенные технологии для того, чтобы прийти к какому-то результату. Это так вот говорится, технологии. Ну, может быть, это какой-то путь с определенными выборами каких-то решений. Для того, чтобы, скажем, из начального состояния, когда человек один, нужно прийти в другое состояние, когда человек уже в паре. Вот, в частности, мы с мужем написали такую книгу «Путь счастливой жизни» или «Основные заблуждения в любви». И здесь вот в оглавлении есть такая глава «Мифы и реальность в брачных технологиях», в которой мы описываем более подробно о том, на сегодняшний день, какими методами в основном пользуются молодые люди для того, чтобы определить, подходит пара или же не подходит. Но сейчас на этом пункте я не стану останавливаться. Я могу сказать, что наша семья рекомендует абсолютно новый метод решения вопроса того, как узнать, какой человек подходит конкретному человеку или же не подходит, именно для супружеской жизни.
мы будем различать, подходит для сотрудничества, допустим, по семейному бизнесу или по совместному бизнесу. Мы будем различать просто дружбу, какое-то внимание, там, приглашение там, в гости, или же там вместе поехать на природу отдохнуть, или там куда-то на курорт поехать, там в какой-то компании, то есть вместе как-то находиться в какой-то группе. Я сейчас хочу подвести разговор к тому, что мы с мужем предлагаем несколько другой подход к тому, чтобы сделать такое важное определение, осознание того, какой человек подходит. Есть вот в технологиях, опять же, или в подходах несколько основных моментов. Это один из основных моментов состоит в том, что нужно влюбиться, а любовь зла, полюбишь и козла. Это один путь, и, собственно говоря, он к тому и ведет, что в пословице сказано. Ну, очень часто ведет, если вы посмотрите статистику, то очень часто ведет к этому. Есть другой метод, это когда молодые начинают жить супружеской жизнью и решают для себя, каждый по-своему, подходит, нравится, не нравится. То есть, можно сказать, это уровень ума. Если каждый человек считает, что он никогда не ошибается, то это вот такой путь, когда каждый считается, что он не ошибается, каждый считает так. И вот на уровне ума каждый решает, вот подходит, не подходит. Один может считать, что подходит, противоположный может считать, что не подходит. Какие у них критерии, это отдельный разговор. Это вот еще такой путь. Вот. Конечно, в некоторых культурах мы, может быть, как-то отдельно еще рассмотрим эти культуры, как в Индии, там очень низкий процент разводов, там чуть больше 1% разводов, мы говорили. Там люди в основном создают семью на основании предложений родителей. То есть родители, я так понимаю, что они уже, прожив свою жизнь по такой же схеме, они считают, что это достойная технология брачных отношений, что она оправдала себя, что ничего лучшего нет на сегодняшний день. И они вот тоже, там у них своя есть, свои знания, по которым они подбирают своим детям пару. И дети это принимают. И вы знаете, скорее всего, они более счастливы, чем те молодые люди, которые находятся в культуре, когда они сами, не имея опыта, не имея знаний, сами выбирают, полагаясь на чувства. Чувства – это значит полагаться на свой ум, хотя чувства еще говорят, вот доверься сердцу. И, собственно, мы тоже вот в книге там показываем результаты того, когда люди доверяются сердцу. Сердце у каждого человека свое, оно реагирует там на свои импульсы. От чего эта реакция зависит, это мы тоже рассматриваем в книге, сейчас не будем останавливаться. То есть на сегодняшний день, вот если сказать, что вот дана свобода, и в основном люди же хотят быть счастливыми, и они доверяются своим чувствам, сердцу своему, и в общем-то в результате почему-то получается очень плачевно. Итак, что мы предлагаем? Мы предлагаем другой подход. Этот подход не рекламируется. Этот подход не описывается особенно в книгах, вот только если как кроме нашей книги. Я так думаю, что наша единственная книга, которая рассматривает такой подход. Но поверьте, что
Мы живем уже 9-й год, и мы 9-й год продвигаем наш метод, и мы все время корректируем качество, то, как мы это делаем, и сами совершенствуемся, и, может быть, кто-то больше и больше будет прислушиваться к тому, что мы говорим, потому что мы начали этот метод рекомендовать с первых дней нашей совместной жизни. Но тогда люди говорили: да вы мало живете, вот о чем вы можете говорить. Но мы говорили, что да, мы мало живем, но мы знаем, как это работает. Потом, в следующие годы, мы опять-таки говорили, что ну вот смотрите, если уже у нас стаж небольшой, да у вас маленький стаж. Ну хорошо, мы дальше практикуемся, там книгу написали, канал сделали, сайт один, второй сделали. Как-то вот мы сами больше развиваемся, чем мы бы хотели, чем то, что бы мы хотели дать людям в большей степени. То есть мы получаем от этого больше, чем мы вот... и чем то, что люди у нас берут. Хотелось бы, конечно, чтобы поровну это было, чтобы мы получали, и вы тоже получали, но вот мы вот для этого стараться будем. Для этого мы изучаем и психологию, и там разные методики подачи информации, и оформление даже по-разному пытаемся сделать нашего видео, чтобы вам было более интересно его смотреть, слушать и прислушиваться. И так, в результате того, всей этой работы, кстати, была у нас встреча с очень умными людьми, которые преподают в ВУЗе и уже защитили докторскую диссертацию. Они нас спрашивали: как вы думаете, а почему люди не воспринимают вот такой материал, вот то, что мы предлагаем? На что я ответила, что если смотреть с самого раннего детства, то как ребенок осваивает информацию? Ребенка ведут в детский садик. Вначале он смотрит, как у родителей все происходит в семье, потом он идет в детский садик, а там группа детей. И вот группе детей преподаются определенные методы усвоения информации. И это происходит по программе, организованной программе. И это усвоение, оно уже проверено, дети усваивают программу, и они усваивают ее коллективно, то есть они каким-то образом уже прикреплены к определенному, скажем так, эгрегору, да, будем так называть, через который они ориентируются, это нужно брать или это не нужно брать. И вот коллектив таким образом является вот той силой, которую человек воспринимает, нужно ли это делать или нет. Вот они так делают, значит и я буду так делать. А если не делают, и я так не буду делать, я буду делать так, как все. Потому что с маленьких лет ребеночка ведут в садик, потом ребеночка ведут в школу, и ребенок усваивает программу такого вот коллектива, стаи, это если мы говорим на как вот птицы себя ведут, да, они ведут себя так, как все, или там животные себя так ведут, вот как все, да, но вот есть лидеры, которые ведут то или другое направление. Если посмотреть, кто эти лидеры, как проходило их детство, то я изучала биографии некоторых из них,
И могу сказать, что в основном это было домашнее воспитание. То есть отдельные учителя, грамотные гувернеры или там именитые какие-то учителя занимались конкретно с ребенком. И вот тогда ребенок, кстати, Оша как раз был таким ребенком, когда он сторонился коллективного воздействия на себя. Он отдельно об этом писал. Вот, не буду сейчас останавливаться. Так, кому интересно, можете почитать. Так, могу сказать, что в моей жизни так произошло, что я не ходила в детский садик по причине того, что маме нужно было сидеть с младшим братом, который болел часто. И мне таким образом, я считаю, очень крупно повезло. Я была с маленьких лет самостоятельным ребенком, которое не было особенно под контролем. Мне доверяли, я слушала, я была внимательной, я старалась все, помогала, будучи даже малышкой. И могу сказать, что процесс обучения меня происходил через процесс общения с более старшими детьми, которые меня обучали там письму, грамотность и так далее. Это есть в отдельном ролике, там, где я рассказываю о детстве. Я, кстати, прошу вас тоже сделать свои видеоролики о вашем детстве и вот тоже передать вот все самое лучшее из вашего детства. Вспомнить это все у каждого должно было быть. И есть обязательно, я так думаю. И поэтому новое передать то, что зачем не идет коллектив, крайне сложно. Если человек привык во всем подчиняться коллективу или делать так, как большинство, то, конечно же, очень немногие возьмут и сделают эксперимент или хотя бы вникнут в то, что новое, которое предлагается. Поэтому, если это осознать, то, может быть, возможно некоторыми из вас сделать над собой усилия для того, чтобы вникнуть в тот подход, который мы рекомендуем. Это знание, которое еще рекомендовалось осуществить еще до нашей эры. По-моему, Гераклитом или Пифагором, там точно неизвестно, но всегда говорилось «познай себя». У человека это так, как в тумане всегда. Это и ко мне относится тоже. Такова наша природа. И такова наша загадка, что мы должны познать себя. Как это сделать? Пока что так быстро ответить на этот вопрос невозможно. Во всяком случае, я вам так не отвечу быстро, как это сделать. Но подготовиться к этому, чтобы вы могли воспринять наши знания, я бы предложила таким образом, что вы делаете такие же видео аналогично, как делаю я. То есть вы рассказываете о вашем детстве, вы рассказываете о людях, которые вас любили, вы рассказываете о своих близких, о том мире, который вас окружал с самого детства и на протяжении всего времени до сегодняшнего дня, кого, что и за что вы любили. Мы хотим утвердить эту любовь у вас очень прочным таким, такой записью, что вы излучаете любовь. И вот когда вы сделаете эту работу, я вас попрошу сделать мне ссылки, прислать на то, что вы желаете постичь новый подход к выбору своей пары. Вы желаете осознать себя как личность, свои проявления.
вы желаете реально понять, какой человек вам подойдет. Вот, возвращаясь еще к технологиям выбора супруга, на сегодняшний день особенно распространено распространен такой метод, как пожить, посмотреть, что получится. Что я могу сказать по поводу этого метода? Вы можете посмотреть статистику, что в результате получается. Если вы довольны будете этим, то это один разговор. А если вы увидите, что бесконечный перебор, к чему он приведет на духовном уровне, на физическом уровне, на психологическом уровне. И если вы, разрывая связи один за другим, будете считать, что все нормально, это одно. А если вы все-таки увидите, что вам такой путь нежелательный, значит, прошу освоить наши знания. Дорогу осилит идущий, конечно, и я верю, что таковых будет немалое количество. Спасибо вам за то, что вы смотрите это видео. Итак, вы делаете свое видео о том, кто вас из близких любил, свое счастливое детство. Вы делаете видео о том, кого и что вы любили, в соответствии с тем, как у нас это видео сделано. И присылаете мне ссылки для того, чтобы мы конкретно с вами продолжили передачу знаний. Мы будем передавать знания тем, кто этого желает. Это очень интересно. Это очень прекрасно, и я вас уверяю, что вы будете достигать своей победы, своей вершины, победы прежде всего над собой, вы будете вознаграждены. До новых встреч!